Что ты лучше бери? А вот и цели, за работу! Я подставляться больше люблю. Вы теперь цель номер один. Смотрите в оба. Подо мной. Только не убивай его, подождите. Давай бегать. Давай, я его не вижу. Поднимать еще? Выдвигаюсь. Это вообще другой чувак. Да, я того убил, который резать собирался. Цель уничтожена! Там так забавно получилось. Там, короче, трупак, он просто лежал и даже нет, не поворачивался. Так этот... Я сзади него стою. Ну, которого ты ногнул, вот. Не-не-не, наверху вот этот. А, ты второго? С разных складов. Вот, а тот, которого ты ногнул, ты говоришь, не убивай его, подожди, пока его резать побегу. Ну, я сзади него стою прям. Я думал, они с одного склада. А-а-а. Можно комплект взять? Ага. Ой. Вижу движение! Больно. Ракета пошла! Резь. Я второго убил. Ну точнее, это его убил. Ага. Я ему настрелял. А это тоже самая анимация. Вот это. Понятно, это лупа взяли. Ой, не лупа, а таймер. Ага. Кинь мне два косаря и добытку бери. Ну или так давай. Иду туда. Вижу движение! Границы безопасной зоны смещены. Вам отправлена посылка с комплектом. Там он еще на грузовике. Вы успешно защитили себя. Выдвигаюсь. Ага. Я саморез беру тогда и на тебе бабку. Иду туда. Теперь тоже все саморез. Контакт! Почти, чувак. В районе операции высаживаются противники. Я обегаюсь. Под обстрелом! Вижу движение!
Размещаю взрывчатку. На ключ с той стороны. Патронов уже. На чуть, да? Нужен средний калибр. Пора бы. Выдвигаюсь. Враги там! Отмена. Отмена. Вам это никому не надо. Все, я забираю. Я возле магаза, короче, бабки скину, возьмешь бабки. Ага. Бабку уточню. Тебе броня не нужна? Нет. Тут броня есть. Прям много валяется. Можно заюзать, посмотрим, есть кто-то рядом, нет? Нет, я не помню. Нужны данные! Шлите разведку! ППЛА входит в район операции. Там где-то в колхозе ворота. Я загляну туда. Здесь вот. Я вон туда! Давай со мной, я за твоей метки еще. Ну я по-моему тоже подожди. Ты, кстати, можешь вот сюда прийти. Потратить для него. Вижу, едет. Внимание! ППЛА топливо на исходе. Иду на базу, на заправку. Ваша задача уничтожить цель на ликвидацию. А это на них как раз было. Самая нормальная баллонтоска в моей жизни, наверное. Хорошая работа. Изи бабушка. Если что-то нужно, загляните к этому продавцу. А я пистолетом вообще не умею стрелять. Особенно с даблов. Для меня две кнопки нажимать — это прям сверхъестественно. Корона катается. Там кто-то есть! Отмена. Так, тут посылочка. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Над нами наш ППЛА. Начинает разведку. О, рядом чел. А, это ГУЛАГ. Прямо возле посылки. Вот здесь вот. Враги там! Я убегаю. Ну, возможно, в рубку засел. Враги там! Не, а где-то тут бегает. Вижу движение! Да, у него кластер кинул. Союзник начал кластерную бомбардировку. Я забыл, он тостом пошел. Приближается газ. Че сейчас надо с колхоза челика взять? А, он наверху. Вертолеты снабжения уже в пути. На борту редкий груз. Мы в зоне высадки. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. У меня здесь вертушка. Мне кажется, пока не пойдем никуда, подождем этих челик. Кто-то был все равно. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Я вон туда. Че, здесь? Или думаешь ехать?
Ну типа подождать, зона-то сейчас все равно уже почти закрылась. Она через минуту примерно закроется. Вон, едет тачка, едет тачка. Вон там. И там. Я вижу пошел. Движение! Капнул одного. Вот здесь вот он. Второй, походу, за автобусом. Да, в автобусе. В автобусе, в автобусе, в автобусе, в автобусе. Размещаю взрывчатку. Что, он вылез, что ли? Я его справа отбегу сейчас. Давай. Враг начал кластерную бомбардировку. А мне кластер подарить. Это же. Ну, вот он по тебе начал шмалять. Я ему прошел чуть-чуть. Это бомжи тоже без патронов. Можно пойти на магазин взять ящик с шизом. У меня здесь вертушка. Я тут припарковали КамАЗ. Ящик подать тебе уже сразу. Контракт провален. Оставил боеприпас. Вражеская вертушка! Концентрация газа повышается. Следующий в новую безопасную зону. Отключил транспорт. Вертушку. Ладно, хули патрон тратить. Куда пойдем? Ты можешь... Да по мне кто-то шмалял, походу. Не-не, это я. Да, я не могу понять. А, это ты? Да, так будем убивать? Тут вертолет. Да. Правда, патронов уже не особо много. Это кому-нибудь надо? Еще один ящик, да. Блять, он далеко так упал, еще и в этом лопине. Нам бы куда-нибудь перебегать уже. Уже бегу. Народу. Осторожно, газ приближается. Можно тогда здесь подождать немножко. Да, давай, подождем. Приближается вражеский солдат. Мы в зоне высадки. Глядите в оба. Сзади на магазине выкупили. Ту! У нас на бункере. Ага. Где пушка?
И нельзя запрыгнуть. Вижу. Вот там. Я пошел. Отмена последнего. Ну, либо вот в этом враги, доме. Там! Ага. Либо за забором так дальше я сидит. Сюда. Над нами вражеский БПЛА. Чуть-чуть прям вообще из зоны его вызвали. Вот над он, нами вот вражеский БПЛА. Ду! Вот здесь он сейчас будет. Опять я ему броню крикнул, да его ёбнул. Бросаю оглушающую! А еще один чел. Цель уничтожена. Над нами вражеский БПЛА. Думаешь, успеем? Да? Она не просто не сразу забирается, ее там секунд 10, наверное, выжимать надо. Просто что, лишь бы нас никто не закрылся, ты. Ой, ой, ой. Так же, как ты сейчас стоял, отстреливал телеком. Газ приближается, отмечаю безопасную зону. Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Так, возьми ящик с броней один. Тут броня есть. Я с экипом взял, если что. Я тоже с экипом взял. Да, давай один заюзаю, и я броню возьму. Не-не, я один заюзаю сейчас просто. Нужны данные. Шлите разведку. Я взял. Район операции. Я за баунтосом, пока зона не закрыла его. Метка поставлена. Идем. Раз на первом этаже не повезти надо. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Вот внимание, БПЛА вы на базу, на заправку. Приближается газ. Кстати, скинь это бабок там плюс косаря 4 там чуть больше. Не, ничего, ничего, ничего. Круг сжимается. Над нами на всякий случай. Стой, возьми. Там вдруг кого-то байбекнуть надо будет, чтобы у нас было что байбекать. Там слева чела от нас, вот в этой, рядом с магазом прям. Я бэпку над прочь, нами да? Наш БПЛА начинает разведку. И эти вот здесь вот. Враги, прям. Там! Над нами вражеский БПЛА. Я себе. Трясись. Да, я да. Под... Хватит бояться! Это он мне сыр, да, понятно, он давал. Пронесло. Там актив стоит. Броню крякнул. Размещаю взрывчатку. Цель уничтожена. Хорошая работа. Вы устранили цель номер один. Хорошая работа. Так, нам надо сейчас магаз себе забрать. Желательно. Блять, этот слишком открытый. Нужно, загляните к отмена последнего. Предлагаю. Я предлагаю сюда. Здесь никого. Отмена последнего. Они вот там. Да. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Вижу, вижу.
Посылка с Галсом уже в пути. О, ты все двоих побил прям? Не, у меня в доме. Иду, 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 иду. Ой, на него. Он мне со снайпер кто-то палит. Угу. Он оттуда походу. Враги там! Нам все равно проверить надо. Мапы открытые везде. Вот здесь день под гору можно, либо на гору. Да, я вот. Сюда. Я загляну туда. Я думал, лучше только с той стороны бежать. Да, флешки надо убирать. Оставил боеприпасы. Это кому-нибудь надо? Давай подождем, подождем, пока зону закрой, чтобы на спину никто не зашел. Понимаешь. Он там в спине файтится. Вот. Вон там. Я пошел. Над нами вражеский ППЛА. Ой, кто это? Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Да есть. Враги там! О, блин! Ой, блин! Еще немного! Размещаю! Один остался. Вижу движение! Один. Сейчас алфача нет? Нет. Я там тоже двоих убил. Я бегу до тебя. Соберись. Бать, я успел. Теперь можно вот здесь убежать. Блин, сука, ебучая, нахуй, за деревом сидел. У него патронов там нихуя нету. Бил? Хорош. Осталось четверо врагов. Вы знаете, что делать. Квадрат отмечен. Жахните по нему. Я штурмовик 3. Да, вас да. Понял. Захожу на цель. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасность. Целики поражены. Подожди пока. О, там три чела. Два чела. Все, один-один-один остался. Хороший, хороший. Доедай, доедай, он нокнутый. Хороший. Ебать. Третья победочка за сегодня уже. Ну, в этот раз у меня теперь 6, но не 5. Распукайся.